Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Панда, и сегодня мы с вами снова возвращаемся в игрушку YouTubers Life. Я не помню, какая серия, но мы начинаем вот с такого момента, то что нам пора переехать. Наш главный... Ай, как громко. Так, секунду. А, настройки. Чуть-чуть надо везде, блин. Уменьшить звук, потому что очень громко мне было по ушам. Так, сколько у нас? 73 бакса. И, наверное, мы пойдем поработаем за 35 долларов США. Так, что у нас тут? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, что ж такое-то? А. Мышка что-то начинает потихоньку подтупливать. Сейчас мы заработаем баблишко. Хочешь початиться снова этот роут? Нет, я не хочу початиться с тобой. Так, сейчас мы зарабатываем с вами деньги. Надо вспоминать, что у нас тут да как. Ингредиенты, бангринин, так. Новое видео. Что у нас по видео? Какое видео мы можем снять? О! Мы вот это снимем. Тихо. Сковородка. Так, тут у нас все по стандартам, поехали. А, пускай так будет. Стоп. Вот это сотрем. Потому что это у нас больше на канале не будет. Эй, типа, всем привет, дорогие друзья, с вами я, типа, Панда, Кулинар Панда, и мы готовим. Зачем ты бекон режешь, братан? Бекон не режут. А если режут, то зачем? Так, ладно, давайте не будем терять время. Так, задумчивость у нас вот здесь. Так, нам нужно прокачивать сценарии в видосиках своих. Постоянно. Постоянно надо. Надо. А здесь нету такого, чуваки. Ну, давайте вот этот, может, сценарий подтянем. Сценарий, наверное, полная фигня все будет. Так, по звуку, по этому всему норм. Ну, вот этот возьмем. Нам нужен сценарий хоть какой-то. Так, звук. Ну, со звуком, думаю, все окей. Давайте. Счастливое выражение лица, скорее всего, и что это было. О, сценарий. Отлично. Ну, в этом видео по-любому сценарий немножко не дотянет. А, нет, смотрите, дотянул. Это же хорошо. Так, вы собираетесь приостановить видео. Угу. Конечно. Сейчас будем делать новый видосик. Стой, чувак, блин. Надеюсь, меня не постигнет та беда, которая постигала меня в прошлых моих роликах. Что оно немножко подтупливало именно само видео здесь. Сейчас мы тут все грамотно выставим, и будет вообще огонь все. Ну, может быть, не совсем грамотно, но мы должны это сделать. Так, звук, ну, вот сюда, наверное, так сделаем. Обработка. Надо их чем-то удивлять, потому что это уже... Публиковать ролик. Иди поспи. А потом поешь. Ну, нужно поесть. Иди в баню. Ты задолбала меня уже. Вот серьезно, она... Сколько я играю, она меня бесит. Это она? Да, это она. Поешь, не знаю, сэндвич. Нам нужны силы. Постоянно она что-то творит в моем доме. Постоянно. Съешь гамбургер. Так, о, видос набрал лайки. Так, ну, хоть кто знает, как делать видео. Поздравляю. Да, ну. Так, наверное, надо придумать новый рецепт. Как это делается у нас? Я не помню. Еще забыл. Вот, create рецепт. Meat. Нет, слишком много мяса. Хотя, кого это останавливает? Что это такое? Полезная еда. Полезная еда, по идее, нет, молоко не входит. Рис. Так, отлично. Рис.
Ты что? Так, ты входишь. Черный перец? Нет. Яйцо? Нет. Все портит. Гриб? По-любому гриб должен быть. Нет. Он не хочет. Но мяса у нас нет, яблоко. Тоже не подходит. Так, что еще можно добавить, как вы думаете? Лук. О, отлично, нам еще вот сюда надо что-нибудь добавить. Колос. Блин, нет. Рис есть. Перец. Нет. Жаль. Грибы. Нет. Ну, типа да, но нет. Ну ладно, как бы так. До скольки оно дотягивает? Все звезды, отлично. Рецепт name. А есть еще что-нибудь? Вот, вот это пускай будет. Мне нравится. Братан, давай готовить. Братан, давай готовить. Я хочу, чтобы ты это приготовил. Давай. Explain. Мы это с вами сейчас приготовим. Все будет классно. Господи, знаете, сейчас что вспомнил? Как мы делали первые ролики в этой игре по кулинарии. Господи, это был такой трэш. Просто он готовил в микроволновке, вы вспомните это. Как можно готовить в микроволновке? Окей, ладно, я знаю, что это можно, но... Если... Короче, без комментариев, но это было жесть. Сразу говорю, это было жесть. Посмотрите, кто впервые на моем канале, просто загляните в самые первые ролики по кулинарии в этом. На моем канале по кулинарии. Это жесть. Я даже вспоминать об этом не хочу, мне страшно. Мне просто реально страшно. Потому что если я когда-то, типа, догадаюсь так готовить и снимать ролики. Именно по кулинарии. Типа, всем привет, с вами я, Панда, я живая, и вот я буду готовить микроволновки. Типа, да, я знаю то, что много функций сейчас в микроволновках, и как бы у меня у самого дома микроволновка с очень многими функциями, но, блин... Это немножко странно. Так, титры. Отлично, у нас все на высоте. Мы делаем качественный контент. Хоть где-то мы его делаем. Нам надо много денег, чтобы съехать. Потому что эти соседи, они меня задолбали. Пользуются моим компом, пользуются всем, блин. Просто особенно тут соседка. Так. Надо все грамотно продумать. Бизнес-план. Сюда. Так, это концовка. Наверное, это сюда. Это сюдымс. Ну блин, это не все равно это неграмотно. Много сценария, но мало звука, мне кажется. Фоновая музыка и мягкий фокус. Для регулировка контрастности. Пускай будет. Поехали. О, мы побили рекорд. Это классно. Так, окей, пускай заливается. Мы с вами поспим. Спать быстро. И что-нибудь... Спагетти болоньезе мы поедим. Чуть-чуть. Так, на нашем канале 90 тысяч подписчиков. Надеюсь, в этой серии... Наталья, отстань. Надеюсь, в этой серии мы с вами поднимемся просто наверх. Наверха просто. И типа будет классно все. Так. Кому-то это может видео не понравится, но... Мы делаем качественно. Мы делаем просто качественно. По крайней мере, в этой игре мы что-то делаем качественно. И я рад. Авторские. Нет, авторские мы не можем. Так, вступление с эмблемой. Блин, я не заметил картинку. У тебя лох. Ладно, нормально. Это с ним бывает. Так, звук. Все. У нас все идет вообще по ходу шикарно в этой игре. Наверное. Это не точно.
Так, мы просто готовим, ребят. Просто готовим, учимся готовить и... типа учим наших подписот в этой игре готовить вкусно. Надеюсь, наша армия умеет готовить вкусно. Нет, никого не отравив при этом. Угу. И нам надо закончить. Титры, вон титры, вон титры, вон титры, вот. Шикарно. Просто шикардос. Уйди от компа. Чё там у нас? А, так, интерес повышенный. Понятное дело. Так. Видео должно всех заинтересовывать. По сути. Так. Сценарий, музон. Так. Тут, кстати, приколюха есть в том, если ты набираешь больше, типа, ну, покупаешь новые тут программы, то они... Блин, я не добавил что-то туда, видос. Блин, печально. Нет, мы не будем удалять. У меня ломается комп. Чувак, ты умеешь чинить компы, давай. Сделать покупку. Ремонт. Давай. Бесплатно сделаем ремонт. Потом, после ремонта, ты должен поспать и поесть гамбургер. Ты починил? Как быстро. Давайте, 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 ну. Так, чё по карточкам? У нас музыкальная концовка. Давайте, это возьмем. Давай, 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 давай. Чё, всем понравилось? Видео может стать лучше, если его хорошо смонтировать. И у тебя все получилось. Ну, я рад. Я рад, что им понравилось. И не расскажут своим друзьям, что я крутой. Но работать нам все равно придется. Как бы мне не хотелось, но придется. Просто потому что надо. Чтобы наконец-то съехать. Съехать, просто съехать. И съехать. Сколько у нас баксов? Ну еще с этих роликов сейчас наберем баксиков. И нормально. А, так, вечеринки. А, так, а как мне съехать? А, вот. Мне кажется, здесь, не? Доход 400. Ничего себе, я в месяц зарабатываю. Нормас, нормас. Так, блин, где? Вот здесь. Вот, все отлично. А как мне съехать? Нет, мне надо съехать. Где я тут был? Я помню, где-то здесь была кнопочка съехать. Нет. Так, братан, лучше поспи. Отстань. А мне надо каким-то образом съехать. Любитель книг. Это-то я пройду. Мне главное... понять, как съехать. Я же как где-то это видел. Подожди, стоп. Так, друзья, календарь. А, блин. Подожди, комп. Новое видео. Сделать покупки, наверное. Давайте просто сделаем покупки. Так, Market Chef, что у нас там по новинкам? Здесь где новое? Вот. Нет, это нам не надо. Нам нужно вообще как... как мне отсюда съехать? Я не помню. Что такое? А, нет, раскрутка мне не нужна, мне надо съехать. А, вот, все, вспомнил. Все, я нашел. Так, студенческое жилье, сколько тут? 320 в месяц. Ну ладно, давайте переедем. Переезд.
Нет. Мне просто сосед не нужен, и все. Сейчас все мои деньги заработаны, они просто улетят куда-то. В дом просто. Так, это мои новые апартаменты. Мой помощник. Так, мой помощник мог бы создать мое видео по инструкции. У него была бы зарплата, фиксированный график, возможно. А, нет. Нет, братан. Отстаньте. Господи, какая она большая. А как платить? Может, сейчас заплатить, пока у меня есть деньги? О, господи, как это все классно выглядит. У меня есть собственная комната. Она большая. И мне это нравится на самом-то деле. Так, взять покупки, улучшить. Блин. Нет. Я с ними не хочу чатиться просто потому, что, блин, они меня бесят. Серьезно, блин. Create рецепт. Давайте еще раз. Нет, стоп, подожди. Я хочу мясной какой-нибудь рецепт. Или. Давайте мясной рецепт. Нам понадобится бекон. Нам понадобится спагетти. Нет. Нам понадобится яйцо. Отлично. Нам понадобится черный перец. И, ну, это сюда вряд ли пойдет. Рис. Стой. Дай рис. Дай мне рис. Блин, начинает тупить все. Класс. Так, рис. Нет, грибы. Грибы. Блин, мышка, перестань. У меня сейчас начинает немножко все подлагивать. Нет. Милк. Серьезно? Ну давайте. Мне кажется. А нет, это идеально. Вот. Вот, все. Это идеально. Теперь, братан, снимаем видос. Где-то у меня было уже похожее такое. Ну да ладно. У меня уже было что-то похожее, как-то да. Поехали. Alt фильтр. Там вот здесь будет штучка. Циферка. Сегодня мы за эту серию, мы прям должны это сделать. Мы должны, что мы должны с вами? Мы должны набрать 100к под 500. Просто должны прям вот взять и 100 тысяч. Идеально. Мне пришли деньги. В этой игре можно выжить, если каждые 5 секунд. Ну ладно, и каждую минуту что-то записывать. Так мы. А, еще и ходить на работу. Это самое главное. Чтобы у нас были дополнительные деньги на съемки видосов и также закупку всякой билиберды для нашей кухни. Это самое главное. Так. Ой, извиняюсь, это, наверное, было слишком громко для ваших ушек. Но у нас уже 537 баксов, нормас. Нормас, нормас. Но все равно нам придется обновлять свой комп, потому что он уже никуда не годится в этой игре. Так, давай это вот сюда, потом это вот сюда. Так, где у нас? Ну, можно было бы на этом закончить, но я чокнутый, поэтому я сделаю вот так. И чтобы для гармоничности, я сделаю вот так, все. А, еще добавим обложку. Коррекция цвета, не знаю, фоновая музыка. Регулировка контрастности и мягкий фокус. По-моему, идеально. Ух ты, мы бьем опять же рекорды, мы повышаем это все. Так, что там, вы получили электронное
Блин, я честно, я... Ой. Ребята, 105 тысяч! 100 тысяч! Блин, я счастлив. Наверх пойдем. Пока она там вырабатывает. Серьезно! 100 тысяч, ребята! 100 тысяч! Я рад. Я так счастлив, я так рад. Блин, а где моя кровать? О. Кто-нибудь видит мою кровать? Я нет. У меня нет кровати. Где мне спать? Подожди, стой, где спать? Мне нужен сон. Поздравляю, так, 100 тысяч подписчиков. Ты куда? Братан, ты... Тебе поспать надо, куда? Ты серьезно? Вон тут кровать! Вон кровать! Блин, кровать. Ему поесть и поспать надо, как бы. Добро пожаловать на церемонию. Что эта женщина несет? Аплодисменты, панда, за достижение 100 тысяч. Блин, я надеюсь, что в реале у меня когда-нибудь такая цифра. О, мне дали кнопку. Бесит. Заткнись. Да все, все, все. Все, классный чувак. Благо мы уходим с тобой. Ура, у нас есть кнопка. А теперь, братан, иди поспи, пожалуйста. Я хочу, чтобы ты поспал. Мне важно твое здоровье, братан. И где у нас холодос? Вот холодос. Потом спагетти болоньезе покушай. Так, найти помощника, но если я не хочу... Посылка. Открыть. Золотая кнопка. Прикольно. А, когда он, блин, какой неприятный звук. Может быть, пойдем поработаем? Пойдем поработаем. А также мы должны с тобой запланировать... Братан, поспи. И мы с тобой должны кое-что запланировать. Наверное, сходить на вот это вот кино. Все. Она уже предупредит, когда она? Когда она? 29-го, ни хрена себе. Долго ждать. Так, ладно. Братан, давай работать. Давай работать. Деньги, деньги, деньги. Нам нужны в этой игре деньги. Запомни это. Нам нужны только в этой игре деньги. Слава и деньги. А, и обновление, конечно же, нашего ПК. Чтобы он не сломался. Давай, готов, иди. Ой. Большой привет. Большой привет. Мне нужен серьезный комментарий. Мне прямо он дико нужен. Потом вот это мне нужно. Делаем ролики на высоте. Потом делаем вот это. Потом убийственный взгляд. В камеру бросаем убийственный взгляд. Саркастичный комментарий. Так, дальше. Дальше что-то там тест. Я тестирую. Поднимаем сценарий, поднимаем все прям на уровень. Все, отлично. Давай. Так. Нам нужно просто зарабатывать много-много денег, чтобы было клёво. Так. Так, стой, подожди. Мне нужно где-то видел. Вот она, вот это. Затем это сюда. Где?
Это сюда. А это сюда. Добавить обложку, мягкий фокус, фоновая музыка, коррекция цвета, все. Ну, это видео, конечно, выйдет немножко дерьмовеньким. Чуть-чуть совсем. Кто звонит? Минус 10. Но зато у нас была кнопка. И мы заработали с вами 100 тысяч. Так, ребятки. Так, ребятки, давайте отправим его спать. Давай, ну, блин, все, начинает глючить. Хоть початиться, нет. Не хочу с ними чатиться. Задолбали, не салат иди поешь. Так, что у нас здесь? Нормально, нормально. Надеюсь, этот видос зайдет им. Давай быстрее. Ну, один дизайк, это ладно. Нормально. Нормально. Сейчас мы сделаем, знаете, раскрутку. Принять. Все, пускай. Ничего страшного. Не будет в этом. Ну, в общем, ребят, как-то так. У меня вот такой ролик получился. Немножко скучноватый, хотя, как и все мои ролики. Ну, да ладно, самокритичность. Всем спасибо за просмотр данного видео. С вами была Панда. Всем удачи и до новых встреч. Пока-пока.